Концерт в честь одного из 12 главных церковных праздников года. В храме Сошествия Святого Духа города Казани прошло красочное театрализованное представление, посвященное Рождеству Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Осенины и означал конец лета и благодарность Богу за урожай, за все дарованное родной землей, изобилие плодов. С этого же дня начинались молодежные вечерки, свадьбы и праздники. В этот день, после того, как люди с утра шли в храм и молились, после этого женщины и девушки шли к роднику, потому что, как мы знаем, во многих деревнях, поселок до сих пор у родников святое место. Там иконка Богородицы, где опять все молятся, умываются водичкой, пьют ее. И после этого все шли за большие столы праздновать, кушать вкусную еду, петь песни, плясать, без этого уж не обходилось. И главное, еще пробовали хлеб, испеченный из муки нового помола, нового урожая, которого только что закончили фактически жать. По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана при Духосошественской церкви кукольный театр «Жили-были» представил спектакль про Степана Казака, а ансамбли «Берег» и «Духов день» исполнили духовное и народное музыкальное произведение. Также в день концерта прошел сбор овощей и фруктов для пациентов детского хосписа имени Анжелы Вавиловой города Казани.